Широкие тротуары, хорошее освещение и электросети под землей. Такой будет улица Каркмасова после капитальной реконструкции. Рабочие на сегодняшний день уже заменили 360 метров водовода. Как только будут проведены работы по замене коммуникации на участке по улице Каркмасова, это в первую очередь замена и установка новой системы водоотведения, ливневой канализации и замена электрического кабеля с перекладкой в кабельную канализацию, порядка 11 километров. Будет проведена подготовительная работа под укладку асфальта и подрядные организации, которые проводят работы по асфальтированию улицы Каркмасова в рамках программы безопасной и качественной автомобильной дороги, присутствуют к своим работам. Нормализация дорожного движения сейчас стоит в приоритете. После замены инженерных сетей в первую очередь уложат асфальт на участке, а уже затем приступят к установке расширенных тротуаров и столбов освещения. Работы ведутся в ускоренном темпе. Уже, в принципе, весь материал закуплен, и асфальт закуплен полностью на весь объем подрядной организации. Постараемся в кратчайшие сроки, в сжатые сроки данную работу провести, для того, чтобы наши горожане не испытывали дискомфорта в передвижении по центру города Махачкалы. В мэрии Махачкалы уверены, что после завершения реконструкции махачкалинцы получат удобную для пешеходов улицу, аналогов которой в городе нет. Она будет соединена со сквером Фазуалиевой, где также вовсю идут ремонтные работы. Карим Даниев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.